каждый день называют нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Да когда вторжение, собственно, вопрос? Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобное заявление, конечно, это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям. Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия. Ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину – это очень плохая практика. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война».